Сотрудники отдела надзорной деятельности, представители территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и специалисты управления социальной политики провели рейд по местам проживания социально неблагополучных семей. Особое внимание на этот раз было уделено осмотру электрооборудования и печного отопления. Проверка противопожарного состояния жилья, отопительных печей, электропроводки, а также условий проживания детей в таких семьях – это прежде всего забота о безопасности жилища и сохранении жизни и здоровья. Детей и взрослых проинструктировали о необходимости соблюдения пожарной безопасности. Были выявлены ненадлежащее состояние электропроводки, неисправность печного отопления и отсутствие огнетушителей. В некоторых домах отсутствовали предтопочные листы перед печью. Все это создает потенциальную опасность.